What is happiness for you? Если я увижу родителей, я вам точно скажу. Но на первый взгляд что-то среднее. Ну, покажи морду. Не выше, но и... Ну, такие ушки такие острые, понимаешь, такие вот. Они маловатые какие-то у него. Маловатые? Она... Если можешь, есть возможность, сфотографируй, отправь мне родителей. Но Дариному коню в зубы не смотрят. Да, мы... Сколько вы... В первую очередь, знаете что? Ей сколько? Месяц, да? Месяц, да. Она еще там ходить нормально не могла. По-моему, в 35 дней начинается первая прививка, и через 2 недели повторная прививка. Потом в 6 месяцев. Ты пишешь? Ага. Через... По-моему, если не ошибаюсь, 35 дней, и потом через 2 недели опять повтор. Это получается прививки. Потом в полгода. 6 месяцев. Полгода и в год. И в год. И каждый год в эту дату раз в год прививка обязательно. Каждый год потом. Да. Это пока она маленькая, вот такая процедура. Против глистов возьмите таблетки, дайте.